Друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, и добро пожаловать на игру Among Trees, или Среди деревьев. Мы с вами продолжаем. Домишко стоит, все стоит, но у нас есть задача сегодня. Не знаю, получится ли у нас это сделать или нет, но есть такая вот задача. Хочу сделать гринхаус, то есть теплицу. Да, скорее всего, это называется теплица. Но нам нужен клей, металлические платы и фирпланки. Фирпланки мы с вами сделаем, то есть это не проблема. А вот клей и металлические платы... Это как бы уже проблемка. Смотри, металлические платы еще можно, потому что металл, steel pipe мы можем, и болты как бы тоже можем сделать. А вот клей, глу, да, нам нужен какой-то лайм минерал, и вот эта вот хрень, large resin, это мы еще тоже найдем. А вот large resin и лайм минерал мы с вами должны, скорее всего, вот этот добыть где-то. И для этого, по-любому, для этого нужна будет кирка. Почему-то у меня кирка здесь не появилась, так как я вроде бы нашел рецепт кирки. Но, значит, мы вовремя там не сохранились. В этом и вся проблема. В прошлой серии, кстати, мы заметили, что ночью выходить слишком далеко от дома нам нельзя. Срочно, строго нужно приходить домой на ночевку. Если начинается ночь, тебе нужно срочно домой. Все дело в том, что у нас пока что не открыта возможность делать палатку. Когда у нас откроется вот такая вот возможность, то есть надо найти блупринт, да, тогда мы сможем, само собой, сделать себе палаточку и спать где-то там, не знаю, там снаружи. Или костер. Как бы или костер и палатка. Или только палатка, или только костер. А если вообще оба будут, то вообще идеально. Вообще идеально. Что ж, давайте откроем карту. В прошлой серии мы с вами были где-то вот в этом вот направлении. Я, походу, не сохранился после выхода. Но сегодня хочу уйти вниз по карте. Мне очень интересно, что там будет. Я очень хочу увидеть сегодня с вами медведя. Давайте глянем, что у нас по еде. Есть вот такая вот штука. Это у нас еда. Короче, все, что связано с едой, я возьму, потому что мы это будем как бы кушать, будем питаться этим. А вот планочки и вся эта вот ерунда остается у нас здесь. Да, как-то вот так. Не знаю, посмотрим, если сможет слишком много взял с собой, что ли. Фиг его знает. Давайте поставим... Не-не-не-не. Кук-кук-кук-кук. Так, уже готовится, да? Да, уже готовится. Пусть будет. Ага, понял. Давайте палочки возьмем. Как же палочки? Нельзя костерчик так без палочек. Тихо, это нам лишнее. Без палочек вообще нельзя. Давай, готовим. Готовим себе еду. Доти машрум. Машрум, вот эти вот было бы неплохо приготовить, потому что они по-любому отравленные. Забрать. Быстренько забираем. Отлично, есть у нас еда. Большой, очень большой минус то, что вот это вот дело не стыкуется. Если я найду другие ресурсы, то, к сожалению, это эти, да, машрумы эти вот. Скорее всего, да, давайте сразу две штуки. То, к сожалению, у нас мало места в инвентаре. И получается, мне нужно вот сейчас как бы уже бросить пару вещей. Палочки там есть. Да, я еще поставлю. И другие вообще скину сюда. Вот так вот. Блин, я фиг его знает. Ну-ка, это у нас от тепла, например, ну, как бы помогает нам тепло поднимать и хпшечку. Круто. Забираем еще один половник нашей замечательной, великолепной еды. И инвентарь забит. Давайте прямо сейчас прям кое-что съем. Что можно из этого съесть? Блин, ну это... Вот это можно. Да, вот это вот можно. Отлично. Есть контакт. Итак, съеда, это у нас согревалочка, это у нас будет вот так, вот так. Ну все, мне кажется, даже вот эти вот ягодки я оставлю дома. Рискнем, друзья, рискнем, это мы оставим дома. Согревалка одна, согревалка тут, ну вот эти вот тоже как бы согревают. И эти штуки тоже, редиску. Все, я готов. Погнали, теперь мы с вами обязательно сохраняемся и уходим, как я уже обещал, вниз. Я хочу на вот в эту вот сторону как бы пойти. Это у нас получается саут. Саут, ну это как бы на юг. Да, посмотрим. Не знаю, есть там медведи на юге? Нет их там. Фиг его знает, но нам нужно это вот глянуть. Там мы еще как бы... Мы были, мы что-то там искали, нашли какие-то ящики. Вот эту вот башню нашли. Где она сейчас? Сейчас мы до башни сейчас доберемся. Где-то вот такая вот разваленная башня. Вот она, да? Тут все ящики вроде бы как...
А, смотри, это у нас или появилось, или появилось заново, или я это не видел. Странно. Странно, но вроде бы такого у нас не было. Давайте. Ух ты, даже так даже. Моментально. Все у нас тут есть. Ломать. Шикарно. Если даже по палочкам, я уже сказал, что я их собирать не буду. У меня их слишком много прям. Прям капец много. Так, мне кажется, нужно чуть-чуть налево пойти. Прям посередине карты. А вы, друзья, пишите, нравится ли вам игра или нет. Вот эти вот тоже мы собираем. Опять же, если где-то что-то мне понадобится подобрать, любой ресурс, которого я подбираю, ну, если там, мало ли, посчитаю, что он мне пока что не нужен, я его брошу и возьму ресурс, который у нас более важен. Тут, мне кажется, лесочек гуще. И такое ощущение, что именно в этой стороне у нас и будет медведь. Так, это отравленные машрумы. Это есть плохо как бы, потому что я их съесть не смогу никак. Блин, солнце, я смотрю, уже садится. Твою медь, придется переночевать. В таком случае. Так, секундочку. Если мы рядышком с домом, мы успеем обязательно немножко облутаться здесь. Я пошел. Тихо, маленький, не надо. Сейчас мы убегаем, сейчас нормально все будет. Да, будем, короче, бежать вокруг дома, пока у нас ночь не придет. И потихонечку собирать ресурсы. Вообще потихонечку. Иди сюда, раз и два. Местечко есть, местечко осталось очень мало. Смотри, пока будем кружить прям по кругу. Дома. Мы у себя дома, чувствуем себя в безопасности, потому что домишко как бы рядом. Никто нас трогать не должен. Музяка, правда, закончилась. И сейчас медведь вылезет и скажет: здоров, Кент. Кого-то искал? Нашел. Такс. А где же выкинуть-то? А ничего не выкинуть, потому что, мне кажется, вот это вот все очень важная тема. А эти штуки... Это blueberries, да? Ну, не blueberries, а mulberries. Black mulberries. Они у нас как бы еще на базе. Там 5 штук вроде было. Ага. Так, замерзание. Сейчас как начнется. И Кент сейчас как загнется, что мало не покажется. Что у нас тут за полянка? Там редиска. Редиски, правда, у меня в инвентаре нифига нет. Значит... Она мне и не нужна. Да, уже чувствую, что пора возвращаться. О, мох. Нет? Блин, а чё мха нет-то, я не понял. Такое ощущение, что в этой стороне вообще не... А чё я так ушел прям сильно? Не туда, куда надо. Это хороший... Слышь, это, наверное, все-таки выкину. И возьму хорошие грибы. Хорошие грибы, они куда уж приятнее. Намного, блин, мне нужно. А вот тебе и горы. А вот тебе сейчас берлога будет. Или постой, я ухожу, получается, ну, влево по карте, а так вправо. Мне нужно левее взять. По идее-то. О, а я вас поймал-то. Зайчики. Нет, охота все-таки еще пока что не введена. Игра уже, опс, это уже ночь. Все, мы уходим домой, потому что уже знак не то, что как бы солнце заходит, а уже ночь. Так что идем греться. Ящик открыл, смотри. Large trees map hint found. Press M to view the map. Короче, large trees. Я вот здесь, возле этой вышки, еще один ящик. Я не понял, я же эти уже рубил, уже эти ящики. Они походу появляются заново. Все-таки, да? Нужно будет чаще сюда вот заглядывать и смотреть, что мы еще с вами найдем. Так как вот такие вот нюансы нас радуют. Вот здесь находятся large trees. Они мне нужны для... Сейчас. Ну, я понял, у нас в инвентаре как бы места мало. Они нам нужны для... для постройки этой штуки. Сейчас я вам покажу, и вы все поймете. Как же я вовремя сейчас все-таки домой дошел. Дошел до дома. Давай, закрывайся. Да-да, тут оно как бы само закрывается. Вот. Сейчас, секундочку. Для того, чтобы сделать клей, да, все правильно, нам нужны вот эти вот large trees, или как они там называются-то. Сейчас, секундочку, покажу. Сейчас это у нас вот здесь. Large resin. Угу.
Блин. Ну, как бы я что-то чувствую, что нам вниз вообще не нужно. В таком случае, если у нас по карте уже показано, что на ты это балбес, иди вперед, блин, наверх. Ну, значит, наверное, пойдем вперед наверх. Странненько. В таком случае мы сделаем другое. Так, с этой где взял? Так, выкидываем вот это вот дело. Нам это сейчас не нужно. Это тоже. Освобождаем себе инвентарь. И я сейчас посмотрю, где я нашел. Не то, что где нашел, а куда можно выкинуть вот этот вот цветочек. Так, это у нас в том ящике есть. Что-то у нас светится так. Это empty, это empty. Мы сюда ничего не впихивали. Saving room мне не нужен. Значит, спускаемся вниз. И идем вот это вот кидаем сюда. Веревочку тоже выкидываем. Это тоже выкидываем. Да, и даже цветочек тоже выкидываем, потому что он нам не нужен. Погоди, я хотел глянуть, как он называется. Чикорий. Это у нас чикорий. И он готовым, если будет, то он даст нам немножечко хорошей, как говорится, жизни. Хорошо. Смотри. Быстренько. Спим до утра. День номер 6. Вот такие его дела. Мы выживаем тут, как говорится. Выживаем прям очень даже хорошо. Изучаем игру пока что. Она же все-таки новая. Это есть. Вот это есть. С едой как бы нам тут проблем не должно быть. Но что-то бы я сейчас ел. Это значит, мы берем вот это. Давай, 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 давай. Приготовь сейчас прям. Прям моментально, смотри. Хренась. Сюда ставим две штуки. Кукаем. Ну, кук. Чтобы у нас было прям хор... Чё вы так быстро кончаетесь-то? Я не понял. Палочки. Две палочки, мне кажется, хватает для этого. На. Или не хватает? Момент истины. Прям идеально. Прям идеально было. Для них как раз две палочки нужны были. Шикарно. Cooked food. Я даже сейчас могу уже выдвигаться. Это у нас сейв проходит. Или происходит. И... Точки, метки можно ставить? Нет, нельзя. Но, по крайней мере, мы знаем, куда нам нужно двигаться. Это значит через реку, короче, пройти. Хочу я все-таки через правую сторону, потому что там у нас был блупринт. И мы направляемся в это направление. А насчет ресурсов, кстати, там писали... Во, мох, 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 мох. Что-то я его не находил в последнее время. Я же вижу, да, я вижу, что там есть свекла. Все я вижу, не надо мне тут это бомбить в комменты, что Кент, повнимательнее. Там что-то там, ничего там не получилось. Где у меня это вот, которая... А как я пойму, что это свекла была? Блин, я хочу про свеклу как бы. Так, что у меня меньше температуры поднимает? Меньше, именно меньше. Они одинаковые, я понял. Окей, тогда кушаем. Ты типа половина ресурсов пропускаешь. Чё ты там не нашел? Чё ты там не взял? Ё-моё, я все это вижу. Чё вы так напрягаетесь? Комменты. Расслабьтесь просто и смотрите. Это тоже вижу. Другие ресурсы вот там сверху тоже вижу. Просто я не все собираю. Вот эти вот свекла или свекла, или что там это у нас было. Или редиска, я буду редиской называть, да? Я их просто не подбираю. Понимаешь? Палочки. Они тоже есть, они везде как бы появляются. Я вижу их справа мигают, там слева мигают. То же самое, я их просто-напросто не беру. Но если я это не взял, значит мне оно не надо. Понимаешь? Не надо. И не надо там напрягаться там в комменты. Что видишь ли там, слишком невнимательно играешь. Что-то там пропускаешь. Ничего не получается. Все у нас все получается. Все у нас вообще шикарно получается. Видишь, палочка есть, есть. Ну, я просто не взял ее и все. Но мне же не надо как бы каждому объяснять. То есть, вот палочку я там увидел, но я ее не возьму. Ребят, это все как бы само собой должно быть уже всем понятно. Что, не взял и все. А если не взял, значит, так оно и нужно было. Так, давайте вот это вот так. Все вот это вот дело здесь облутаем, потому что это нам надо. И по-любому здесь будет какой-то блупринт. Я очень бы хотел взять... Найти, то есть, блупринт на этот, на кирку. Уже? Твою же медь, блин. Блин, ну Хане надо было бросать оставить дома. Смотри. Вот это я вот брошу. Вот так вот. Вот это брошу. Походу, когда вылазку делаешь, нужно вообще голым идти. Вообще. All drugs, это хорошо. Дайте мне... блупринт не дают. Вот говно, а.
Веревочку тоже не дают. Ну окей, брать значит не буду. Очень все просто. Брать не буду и все. Потом вернемся, потом возьмем. Когда-нибудь мы ее один хрен заберем. Это забрали. Или может быть что-то неважное как бы. Вот этого, наверное, можно просто съесть и забрать все же веревочку. Пусть будет, пусть будет. Я просто такой человек, что я всегда что-то там пытаюсь накопить, держать, иметь всегда, чтобы эти вот ресурсы никогда у нас не... Что я делаю? Никогда не кончались. Я это взял, кстати? Во, видишь, говоришь. И пропускаешь все это вот говно, блин. Что хотел сказать-то? Есть один подписчик, написал такую интересную вещь. Ты это как? Не понял. Не работает? Баг. Да. Хорошо. Ну, видно, что здесь мы как бы лутали. Здесь пару ящиков остались, короче, которые просто резаются. Прям как у нас на базе, возле базы, да? Короче, есть один подписчик. Называется он вроде бы, я не помню, Дэнни Фишерман. Вроде Фишерман, да, немецкая такая фамилия. И он говорил такое. Ходят слухи. Сейчас, секундочку. Да. Ходят слухи, что когда смотришь видео, не отвлекаясь на разговоры, управление, мысли о том, что дальше сказать и сделать, внимание к мелочам много больше, намного больше. Если вы сейчас не поняли, что я как бы сейчас вам сказал, то вы промотайте назад и еще раз прослушайте то, что я вам, опять же, сказал, да? И вы поймете, что когда ты просто смотришь видосик, да, когда ты просто видосик смотришь спокойненько, да, смотришь, как говорится, как страдает другой человек, то ты, ну, ты как бы смотришь молча, ты ни о чем не думаешь, ты просто получаешь удовольствие, если оно получится, да, получить удовольствие. Ты просто пытаешься как бы получить удовольствие от просмотра, и все, больше ничего, а на это места у нас не хватает. И поэтому ясный хрен, что ты все заметишь. Ясный фиг, что ты все заметишь, все увидишь. Может быть, какие-то вещи, которых не замечает тот же ютубер, которого ты смотришь. Так что, наверное, я понятно как бы объяснил, да? Что есть, бывают моменты, когда да, может быть, что-то там не замечаешь. И все. Но мир на этом как бы не заканчивается. Я понял, какие деревья, про какие деревья они там писали. Вот они. Это прям сюда надо заходить. Походу, эти деревья надо валить. Это есть... Это то, что мы видели, мне кажется, в первой серии. Вот они нам и дают этот ресурс для постройки... Хотел сказать плавильни, блин. Для постройки... теплицы, ё-моё. Во. Да, они тоже рубятся. Я думал, вообще они не рубятся, потому что они такие, как будто единственные, да, в этом... Хотел сказать кратер, но это не кратер. Это просто как бы среди скал. Ты рубиться будешь? Падай. Чисто интересно, мне интересно. Что будет? Что выпадет? Фирпленки, понятно, я их собирать не буду. Рексы. А вот это вот, походу, нам надо, да? Да, это и нужен. Резин этот. Ты далеко собрался, резин-то? Что бы нам еще тут съесть или выкинуть? Выкинуть. Короче, чисто ради этого резина, я сейчас просто проверил, да? Просто ради него я сюда приду. Это же рядышком, да, с нашим домом. Я приду сюда чисто ради него, да, и все. Блин, даже грибы не могу взять. Не, сейчас у нас с едой проблемы нет, поэтому грибы сейчас собирать не буду. Идем дальше изучать, именно изучать мир и находить другие места, где можно сделать себе кирку. Мне срочно нужен блупринт. Потому что мы уже знаем, где находится этот ресурс для создания теплицы. И найти, ну, как бы взять его это легко. У нас все есть для этого. А вот... кирка для добычи этого, какой-то там кристалл был, я уже не помню, да? То кирка нам нужна обязательно. Давайте мы сейчас будем искать эти места, где есть. Это что такое громкое было, я не понял. Зайчики вроде так громко не бегали, я не помню, что мне так громко бегали. Странно. Да, короче, ищем места, где есть кирка. Эх, не могу взять. Не могу так, не могу. Ничего страшного.
Ящики. Нам нужны ящики, друзья мои. Ящики, прям ящики. Я видел, да, и там была редиска. Я все видел. Но это как дебил получается. Ты всегда, когда что-то видишь, я должен прям объяснять. Прям, да, я это видел, друзья. Не пишите об этом. Не пишите. Я все это заметил. Нет, я так не буду. Я просто это не буду брать и не буду говорить об этом. Потому что это все бред. Бред. Бредовый. Ну, опять же, там у нас промелькнуло, как говорится, сзади... как его... Гриб, ё-моё, да, и вот редиска слева, справа и так далее. Но у нас для гриба и для редиски места нет, понимаешь? Нет. Поэтому не писать всякую хрень. Там мох, ну не мох, а это грибы, которые находятся на стволе дерева. То же самое для него, места нет. Прикольно. Что-то он качает головой. А где ящики? А, вот они. А вот они. Он же не будет меня трогать? У него рога красные почему-то. Он же меня убивать не будет, не? Это он, значит, и бегал, блин. Я же говорю, не могут эти зайчики вот так сильно, жестко, громко как бы бежать, чтобы я их... Ну, а ё-моё, какой лифт, блин. И у меня такое ощущение всегда, что здесь кнопка «взять все». А нет, игра говорит, нифига, блин. Тыкай прям каждую кнопочку отдельно. Да. Вот так. Окей, собираем сейчас... Все, что можно, но очень жду блупринт, как минимум, на кирку или на пол... Топор, что ты? Есть. Блин, это мап-хинт. Лайм-минерал, кстати, это тоже прикольная тема. Здесь находится то, что нам нужно добывать киркой, но кирки у меня... О, нифига себе, я далеко пошел. О, и здесь даже, это прям, ну, грубо говоря, все ресурсы нужные, они прям возле дома. Это круто. Это офигенно, вообще офигенно. Так, не, откуда, где, место, место для планок, нет, брать-то не буду, вообще не буду. Да, а почему, блин, здесь нужно один раз нажать на Е, а нет кнопки взять прям все, а то это как-то не круто, что ли, вообще не круто. Вот смотри, нажал на Е, а потом еще раз держи на Е, то есть сначала нажимаешь один раз, а потом надо держать. Нажал и еще раз нажал, чтобы держать. Круто. Вот, блупринт, что же это будет? Пикекс! Есть! Главное сейчас не помереть. Главное, да, и сохраниться еще, чтобы пикекс у нас уже был доступен. Значит, смотри, я уже могу идти... Да-да-да-да-да, это семена. No space, turning seeds. Кстати, вот это вот, мне кажется, я все-таки что-то выкину, потому что вот эти вот семена, они мне все-таки нужны. Так уж и быть, вот это мы съедим. Мы же сейчас будем строить с вами... Эту... Ха, он тут, походу, тусует. Теплицу. Значит, есть смыслы. Есть смысл семена брать. Круто. Круто. Ты, главное, меня не трогай. Я понимаю, что ты тут как бы босс, начальник. Но все же. Так, главное сейчас уже ничего такого серьезного не пропустить. Кроме планок. С планками у нас проблемки. Не хочу ничего выкидывать. Не хочу. Планки мы и так забудем. Все, солнышко входит, заходит. Так, веревочка. Приближается дело к ночи. А это означает, нам прямиком домой нужно. Погнали, чтобы не замерзнуть. Как бы есть шансы, что я как бы выживу. Вот у меня тепло, вот это вот, да, все. Но не буду. Зачем? Если можно... Просто пойти домой. Я свеклу пропустил. Или редиску. Вот с правой стороны была. Ну, короче, я надеюсь, то, что я сказал сейчас, вам было понятно. И народ будет к этому как бы относиться, ну, более-менее так поспокойнее. И те мелкие, которые слишком прям напрягаются, тоже угомонятся. Эх, пчелы. Ой, я пошел. Да. Правда, стаминочки у меня вообще нет, а я типа пошел пчел валить. Нормально. Но они же по-любому отстанут. 5 секунд же прошло. Все, отлично, я же говорю. А я же говорю, мастер-выживальщики мои. А то там говорят, блин, половина ресурсов не видишь. Все пропускаешь. Все так плохо. Блин, ну что ж с этим делать-то? Не хочу ничего выкидывать. Вообще ничего. Блин, ну так уж и быть. Давай. Что ли? Во, вот так вот. Как бы кушать же по-любому надо. Спускаемся, идем домой.
Видишь, как прям возле домика у нас есть шанс сделать опять же хренайс. Хренайс. И по пути. Я даже кружочек могу сделать. Смотри, кружочек. И дальше побежать. А они там остались. Ну, отстали как бы. А у нас тем самым как бы уже ночь. Да, уже ночь. Ну, я это брать же не буду. Места же нет. Да. И мы прям очень вовремя пришли домой. Теперь, значит, смотри. Мы с тобой полностью освобождаем себе инвентарь. Грибочки. Да-да-да-да, грибочки. Кент, ты все пропускаешь. Как же так? Невнимателен. Охренеть. Погоди. Это вот все нужно... Даже не нужно, стоямба, выйдя. Сначала сохраниться, а то все-таки игра у нас даже не в альфе-версии, это у нас пре-альфа. Тут может случиться все, что хочешь. А это как бы нам не нужно. Так, с палочки обязательно мы сейчас засунем сюда, потому что будем готовить. Правда, можно было и больше сюда закинуть, но ничего страшного. Ага, по 10 веревочки стакуются. Да, не веревочка, а проволока. Это то же самое. Давай тогда... Цветы, скорее всего, можно готовить, да? Да, цветы можно готовить. Я же сюда, по идее, хотел ставить только то, что готовится. А можно ли мох готовить? Нет, мох не готовится. В таком случае мы берем отсюда вот эти вот ресурсы, потому что здесь у нас будет вся зелень. А вот это вот все я, наверное, все же отсюда уберу. Все, что можно съесть, мы будем ставить сюда, складировать. Даже все, что посадить можно, вот это вот посадить. Можно. Это только одна штука у меня была. У меня не было больше семян-то. Не помню. Так, что у нас тут еще? Это взять. Уже не влезает. Мох, но он зеленый. Пусть будет здесь, хрен с тобой. Мох зеленый. Правда, его готовить нифига нельзя. Вот это забираем. Тихо, нельзя. Все, пойдет. Мне кажется, пойдет. И сейчас мы... Блин, свет бы еще сделать какой-то. Какой-то свет... Давай по дереву все будет здесь. Металл я отсюда выберу. Тряпочки тоже сюда поставим. А по дереву, как я уже говорил, будет там. А металл у нас будет раз, два с проволоки. Даже вот этого тоже можно. Все это можно сюда выкинуть. И болты. Ресурсов у нас, в принципе, много. Немало. Вообще немало. Значит, кушать мне сейчас не нужно. Мне сейчас спать нужно. Правда, я буду себе готовить, скорее всего, кушать на второй день. Или кушать мы с вами ничего с собой брать вообще не будем. Прям вообще. Но утром нужно будет что-то съесть. Значит, берем редиску. Это самый так... Такс. Раз, два. Вот так вот большую редиску возьмем. Сделаем слип. Потому что две редиски это у нас заполняют полностью наш желудок. Это такой довольно значимый момент. Нужно знать, сколько тебе редисок поставить там, да? Ну или редиски там, или что там. Свекла, блин, хрен его знает. Чтобы было хорошо. В таком случае мы делаем вот так. Раз редиска, два редиска. Шикарно. Кукаем. Конечно же, кукаем. Смотрим сюда, Metal Plate. Там он пока у нас кукается. Ну, готовится, да, все правильно, готовится. Мы смотрим сюда, нам нужен Large Resin 1 штук, Lime Mineral 2 штуки. И, кстати, насчет кирки почти что забыл. Смотри, 4 веревки, 4 Steel Pipe, трубочки и одна это вот, я забыл, как называется. Поправьте меня, на русском напишите, как это все. Тихо, не все. Одна штука. Вот это вот сюда. А там не веревки, там как их называются-то? Steel wire, это проволока. Проволока. 4, значит, вот так. Это сюда пойдет. И 4. Вообще шикарно, у меня будет сейчас кирка. Ты представляешь, в этой игре, блин, я сделаю себе кирку, блин. Крафт айтем. Шик. Во, такая здоровенная тема. Тогда забираем себе кастрюльку, ну, не кастрюльку, как бы, а такую маленькую баночку, для того, чтобы, как бы, нам было по кайфу. Делаем здесь сейф. И так и не понял, нужно держать там или нужно просто нажать один раз. И направляемся, наверное, сначала сюда, потому что мы здесь еще не были. И я бы это сделал
С этой или с этой стороны? Давай с левой стороны. Это значит вот через вот этот вот... как его? Ущелье. Но это не ущелье, как бы нет. Это между... Между горами, между скалами, ё-моё, между горами. Неважно, вы меня поняли. Правильно сейчас мы двигаемся? Да, вроде правильно сейчас двигаемся. Нужно чуть-чуть левее взять. Ну, и так как у нас инвентарь более-менее свободен сейчас, да, мы немножко еще проголодаемся. Я обязательно съем вот эту штуку. А инвентарь у нас вообще идеален сейчас. Прям идеально для того, чтобы добывать. Да. Туды. В принципе, можно и так, а можно и через левую сторону, кстати, почему бы и нет. То есть, да, ну, короче, под этой вот скалой будем передвигаться, чтобы... Да, забери что-нибудь, забери. Отлично. Под скалой, кстати, там у нас ничего такого не было интересного. Здесь где-то этот камень должен быть, прям и даже не здесь, а прям в центре. Да, значит, нам прям вон туда. Короче, где-то в скале прямо и будет. Смотри, тут у нас даже есть большие птицы. Даже такие серьезные. Мох? Или не мох? Мох. Отлично. Мох забрать. Мох взять. И... А, еще немножко и еще правее. Только не говори, что мне... А, я думал, тут обрыв какой-то будет. Не, нормально. Так. Да, ты шиш, поднимись. То есть, наоборот, спустись. Не, палочки пока не буду, у меня палочек дофига, а инвентарь этим забивать мы пока не будем. А что тут добывать-то? Просто камень, что ли? Или вот это? Текс. Нам еще дальше? Секундочку. Сюда, походу. Да? Но зона как бы это... Там у нас просто эти деревья... Ага, вот эти деревья, а деревья были здесь. Короче, в этой зоне, значит, в таком случае. Потому что дерево было нарисовано здесь, а мы их добывали здесь. Я понял. Нужно, значит, просто искать. Брать, как говорится, кирку в руки. Ну, ясно, что не ясно. Ищем. Кстати говоря, я здесь по карте нашел вот такой вот... Такой знак. Мне интересно, там домик какой-то будет чей-то? Или как это мне понимать-то, а? Грибочек, иди-ка ты сюда временно. Может быть, там мох, хрен с ним. Я его брать не буду. Так, что это за фигня там была? Я фиг... Да дай-ж ты. Ну, взял. А, дырочка, мне кажется, будет в скале, нет? Так, отлично. Блин, там берлога медведя, мне кажется. И мне жопа, не? Или там все-таки ресурсы добывать будем? Ресурсики. Ресурсики или медведь? Друзья, ресурсы или Миша? Да поднимись ты. Тихо. Спокойно. Мы нашли. Это в зоне добывания? А это уже не в зоне добывания, кстати. Или все же в... Блин, это все-таки в зоне добывания. Да не топор. Вот кирку беру. Это в зоне добывания, друзья мои. Лайм-минерал, блин. Вот сволочи. Почти с краю, почти. Но прикольно. Прикольно сделали. Правда, здесь его немного. Нет. Не падай. Есть, я думал, сейчас забагуется и все. Блупринт. Сейчас, секундочку, мы здесь добудем все. Лайм-минерал. Отлично, забрать, поставить. Тут то же самое, вот так. Смотри, как у нас продуктивненько день проходит. Взяли, добыли. Наверное, тоже по 10 только максимум, да? Мне нужен еще один. Да. Хренась. И покушали, отлично, молодец. Еще одна штука, еще одну штуку хочу. Какие-то звуки тут странные. Какие-то звуки странные. Хм. Блин, да я сейчас возьму тебя. Могу туда, не? Могу. Но боюсь. Я забагуюсь. Блупринт. Water can. Кружка с водой.
Water can blow. Нахера он мне нужен? Блин, жаль, здесь сохраниться нельзя. Могу ли я здесь вот так вот сохраниться? I'm stuck. Respawn where you were 20 seconds ago. Я тоже пробовал, это не работает. Я просто туда бы как бы прыгнул бы и мог бы нажать типа I'm stuck потом. Но если забагуюсь, я же отсюда не вылезу или вылезу. Да, зря сюда залез. А, вылезу, отлично. Так, окей, тогда вылезаем отсюда. И походу это все нужно довести до дома. И потом пойти добывать себе вот эти вот деревья, которые тоже нужны для... Блин, теплица или оранжерея? Вот что лучше подойдет? Ну, скорее всего, теплица. В таких условиях, как мы сейчас находимся, типа там лес, ты один. И все-таки теплица. Да, мне кажется, я сейчас поднимаюсь в горы. Тут водопад, кстати, будет. Да, там палочка была, я знаю, я ее просто не взял. Ай, ё-моё, тут палочки, всякая хрень, короче. Окей, идем домой. А вот и красавчик в водопаде, который показан вот таким вот образом. Круто. Круто. Let's go до дома. У меня такое ощущение, что я даже успею до захода солнца сбегать и набрать себе вот эти вот деревья, в которых, ну, якобы нам так сильно не хватает. Текст туда, тоже сюда. Мы сюда это ставим. Палочки, это вот еда. Сейчас мы все вот наверх. Но что, я не попадаю по лестницам. Я сенсу, короче, сделал слишком. Так, давай такие ресурсы посерьезнее вот сюда вот поставим. Сенсу себе понатыкал слишком слабую. Я кручу прям через весь стол свою мышку. Это есть малость неудобно. Да не все, не все, не все. Мы еще вот так вот, чтобы покушать просто. Приготовить. Вот, раз, два. И готов. Правда, у меня сейчас чего тут нет? Слышь, ставься и кукай. Дровишек нет. Понятно, что дровишек нет. Значит, минимум один стак дров нам нужно держать внизу. Так как бежать сюда, туда-сюда, ну, немножко не будет удобно, что ли. Давай, раз, заполняем полностью. Сейчас, когда это приготовится, опять заполню. Текст заполнить. Взять и пойти. Прям бегом попробую на свой страх и риск. Попробуй добежать, забрать солнышко. Нет, 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 нет. Уже значок солнышко, что садится. Что делать, пока у нас солнышко садится? Смотри, что делать. Берем вот это. А у нас далеко вот эта штука. Расстояние, кстати, то же самое. Нет. Рубим. Мне кажется, звуки... Эффекты, звуки падания дерева. Крутые. Прям лучше всех. Я нигде еще, мне кажется, ни в одной игре еще такие прям реалистичные. Хоть игра у нас вообще не реалистичная, да? Но она такая своеобразная. Но звуки здесь вот с этими деревьями, с падающими, это вообще полный кайф. Офигенная тема. Прям оргазм для ушей. Вот прям так вот можно сказать. Давайте еще раз послушаем, как упадет у нас дерево. Вот такое занятие у нас будет. Круто, круто, офигенно. Дом уцелел и, само собой, у нас ночь. Давайте сейчас все этого дела как бы возьмем в инвентарь и посмотрим, чего же мы с вами насобирали. Два стака этих, два стака, ну и с половиной почти этих палочек, палочки. Видишь, тут места как мне так уж и много. В принципе. Да, пусть будет вот так. Даже. Не, это вот сюда. Нет, это нам не надо. Вот это вот туда. Все? Все. Сейчас, опять же, сюда мы положим все вот эти вот вещи, которые нам не нужны. Еда пусть так стоит. Мы ее съедим. Инвентарь остается у нас чистеньким. На всякий пожарный. Сохраняемся. Game saved. И я должен пожрать. Можно ли что-то пожрать, что чуть меньше мне еды поднимет? Чисто для того, чтобы я успел. Мало, кстати, дают Black Mulberries.
Вот так, наверное, нормально будет, да? Да. Я же говорю, чисто чтобы игра мне, меня допустила в кровать. День 8. Подъем. Старвинг. Я умираю почти что от голода. Это есть такой момент. Мы делаем eat. Опять же, ресурсиков у нас 0 в инвентаре. И уходим в поход. Куда? А вот сюда. И что мы видим? Мы видим наш прекрасный, маленький, но все же прекрасный лес, которого мы вырубим. Как бы это ни красиво ни звучало, но мы его будем вырубать. Само собой, я по дороге набрал себе всякого хлама, нужного и ненужного. Но сейчас мы будем решать, что же я брать буду, а чего не буду. Значит, палочками проблем вроде как у нас нет, значит, мы их бросаем. Отлично, забираем вот этот. Я бы взял еще планки, я бы вот это вот выкинул, потому что она у меня одна штука. И даже что-то в одном количестве вот это вот выкинул бы и взял все же. Если я тут рубить буду, да, то есть смысл, мне кажется, вот так вот сделать. Да, освободить себе инвентарь чисто для вот этих ресурсов, которые добываются у нас в этом месте. Да, и у нас забит, как говорится, инвентарь. То есть все слоты, не то что забит, как бы, слоты забиты правильными вещами. И теперь мы можем просто это все дополнить. Это можно взять, да? Планки, прикинь, валяются планки. Отлично. И дорубаем, давай, дорубай дерево. Сколько здесь рубить этой штуки надо, я уже там не помню, но пока что наберем пару штук. А дальше уже время, как говорится, покажет. Кайфую, как говорится, кайфую. Кент, ты не замечаешь пол, как его там, ресурсов не заметил. Как же так? Говно собачье, инвентарь полон. Вот это же ты рубил в прошлый раз. Ты просто не взял, ё-моё. И сейчас не заметил. Ух ты. Даже так даже. Три штуки? А чё так слабо-то, я не понял. Блин, ну... Чё бросать-то? Сейчас, секундочку, веревочку или вот это вот дело. Ну, это как бы мне надо. Но это мы с вами выращивать? Нет, это я даже съем даже. И возьму еще. Три штуки — это вообще ни о чем. Это, мне кажется, очень мало. Работаем дальше. Прикольно, кстати, сделано не то, что как бы то, что мы тут... Это я так вырубил дерево, да? То, что мы тут машем как бы топором. А именно, смотри, уже как бы уже стал ствол, да? Еще уже, еще, еще. Смотри. Понял, да? То есть это не просто анимация, что у нас вот как, допустим, как здесь. Да, ты даже не видишь, что это рубишь, рубишь. Хотя здесь тоже как бы видно. Но обычно ты вот не замечаешь... одну детальку, то что дерево-то, ствол остается на одной маленькой вот такой вот деревяшечке, а потом вообще ни хрена нет, и весь ствол падает. Прикольно, молодцы, респект. К мелочам, короче. Че, опять что ли, я не понял? Так быстро? А че еще кидать-то? Хрен с ним. Доски? Не. Не доски. Палочки? Можно все? Все прям. Да. Блин, ну как же печально-то. Так, давай. Ну, как бы 9 взял. Да и давай домой. Дом, милый дом. У меня перс сейчас согнется, загнется и согнется, и загнется от... Ой, жрать ему надо, друзья мои, жрать надо. Прям срочно, прям. Это означает, мы делаем вот так и потихонечку, вот так. А теперь, чтобы он просто-напросто не сдох, да? А теперь возьмем... Не-не-не-не-не, вот так вот. Одну штуку берем, немножечко его покормим. Чисто немножечко, вообще маленько, самую малость. И... А что так начало, сейчас не понял, так дергаться. Так, это есть... И так, ресурсы вот такие вот тяжелые мы ставим, в принципе, наверх. Но мне сейчас нужны эти кристаллы, или как мы там их называем. Давай, бери их все. Давайте вниз пойдем. Покушаем, чтобы чувствовать себя по-человечески. Да, я понял. Я понял, не будем кушать. И идем сюда смотреть еще раз. Что мы делали-то?
Кстати, сколько их надо было? 3 металлические платы и клей одна штука. Важная деталь. Клей одна штука. Значит, Yellow Ash Leaves нам нужны 4 штуки. Есть ли у меня тут... Как же мне повезло-то, что я все-таки такой собиратель-то. Такс. Значит, освобождаем себе инвентарь. Все вот это вот ненужное, лишнее. А вот это даже... Это мне понадобится. Мне кажется, там проволока тоже понадобится. И... Сейчас, секундочку. Забрать прям все подряд. И нажимаем сюда. Делаем себе, во-первых, клей. Кстати, я могу целых много, короче, сделать. Крафт айтем. Смотри. Хрен найс? Взяли. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Серьезно? Так сильно кушать хочешь? Да ну. Я не верю. Покушай, покушай, маленький, покушай. На, пожри. Все нормально. Чё ты так, блин? Фига себе, он так напрягся. Так что я просто не хочу их тратить, вот эти вот штуки. Потому что, блин, ну, как бы... Да. Возьмем. Сейчас наполним себе жизнь. Потому что редиска-то у нас... Ее надо посадить, я про это сейчас. О, и то не до конца наполнил, потому что там у нас одна редиска находилась. Делаю себе еще один клей. Чтоб ты понимал, почему. У нас тут как бы сверху еще одна комнатка делается, и нам нужно будет 2 клея. Так что вот тебе, как говорится, 2 клея, чтобы чувствовать себя прям хорошо. И дальше. Дальше. Это, мне кажется, я... Ну, это хороший такой ресурс. Мы его наверх все-таки кинем. Траву сюда оставим. А здесь мы делаем с тобой металлические платы. Нам болты и пайпы нужны. Есть, как говорится, одно «но». У нас стилпайпов, мне кажется, не хватает. Так, погоди. Да, стилпайпов у нас не хватает. Тогда мы делаем крафт одну штуку. А забираем крафт вторую штуку. И для того, чтобы иметь еще одну плату, нам нужны трубочки. А трубочки у меня закончились. Значит, нам нужно пойти в такое место. Это сзади нашего особняка. Да. Тут нету, да? Да, тут нифига у нас нет. И здесь я уже все взял. И стилпайп у нас никак не скрафтишь. Ты прикинь, вообще никак не скрафтишь. То есть из стилпайпа, то есть из этих вот трубочек металлических, стальных трубочек, ты что-то еще сделаешь, вот, допустим, болты сделаешь. Или вот это вот из проволоки сделаешь. Или вот это вот сделаешь проволоку из стилпайпов. А вот стилпайп здесь его в крафте нет. А я посплю, да и пойду лутать. День, конечно, 9-й. И лутаться буду, пока не найду. Правда, как бы не то, что я искал, но ищем дальше. Одна трубочка. И крафтим, конечно же, крафтим. Нашли все, что нужно было. Скрафтили. И теперь у нас как бы есть все для того, чтобы сделать это, кроме планок. Целых 24. 24 планок, мне кажется... Поднимись, поднимись. Мне кажется, у меня нет... Хотя, какие нет, 20. Смотри, и вот тебе 24. У нас все есть для того, чтобы сделать теплицу. Делаем сейв. А, наверное, есть смысл что-то вот типа этого поесть, даже 2 штуки. Хотя их можно даже приготовить, чтобы они больше еды давали, что ли. Давай, готовься. И смотри внимательно. Хренась. И у нас есть gardening. Plant seeds and get a steady source of vegetables. Vegetables вроде бы. Смотри, грядки у нас тут есть. Как это круто. Стеклянное такое помещение. Ну как бы не зря, но как бы... теплица. Давай покушаем. Нужно кушать. Дакс. Есть. Есть. И... Eat. Ruby Beet Seeds. Ага. То есть любые семена ты ставишь сюда, да? И можно... Че я посадил? Твою мать. Турнип Seeds, короче, поставил, да?
Не, Раби бит какой-то. Ёлки зеленые, не надо было. Ха. Секундочку. Airplan. Да не хочу я Airplan. У меня же тут была другая надпись. Вода нужна? Однако-то. А воду откуда взять-то? Время идет, вода как бы нужна. Мне кажется, там у нас была леечка. Ну-ка, секундочку. Два болта, два нейлс, два гвоздя и два моха или мха. Раз, два. Два болта и... Такс, вроде бы все как бы должно быть. Вот так и вот так, отлично. Все есть, сейчас мы сделаем. Блин, сколько у нас всего тут сейчас будет скрафчено-то. Смотри, а воду откуда взять-то? Тут же нет понятия воды. Лейка, что ты от меня хочешь? Такс, вот тебе лейка на четверочку. А, она уже наполнена водой, да? Отдельно каждую, ё-моё. Так, не надо тратить, не нужно. Ёлки-палки, это за каждым ростком нужно прям так вот следить. Чпоньк. Типа готово, да? Ну, по максимуму залили. Охренеть. Крутяк. А ну-ка, секундочку. У нас тут какие-то другие же были. Это у нас... Так, иди сюда. Все это вот мы берем. Все вот это мы берем. Вот это можно посадить чисто ради интереса. У нас есть в инвентаре сейчас есть торни псиц какие-то. У нас есть раби бит сидс. И... А, они же не стакуются, да, то же самое, а что-то как-то мало. Хорошо. Через два дня, короче, они будут готовы, да? Здесь тоже, короче, через два дня. А здесь мы поставим... Можно поменять семена. Да, можно поменять и поставить вот эти... Ну, посадить, короче, вот эти семена. Потом берешь леечку и заливаешь их водой. В принципе, сейчас как бы не обязательно. Можно подождать, пока у них упадет как бы статусы воды. И потом долить. Друзья, ты делаешь... вы делаете в этой игре лейку, и она уже с водой. То есть тут нет никакой функции залить воду, там собрать воду дождевую и так далее. Скорее всего, это будет, потому что это все-таки преальфа. И люди захотят, чтобы эту лейку можно было наполнить или опустошить. Что ж, с вами был Кентавр. Это была игра, как говорится, хорошая. Под названием Among Trees. Давайте мы лейку уберем. Посмотрим на все это вот великолепие со стороны. То есть снаружи. Ты можешь забрать? Убрать. Вот. Круто. Если вам все понравилось, не забудьте поставить пальчики вверх, подписаться на канал. И в следующей серии мы с вами увидим, как это все дело растет, как это все собирается. И что можно делать в этой игре дальше. Потому что у нас еще есть один этаж, где мы можем сделать комнату, где мы будем шить одежду. Вроде бы как-то так называется. Всем удачи и всем пока!